او ای اتفال ترین هگید بر یه نجادان تسریخه جمدیته او جو مخدیه این میکرا گوگل و میکرا تلیفون من که دمتا هل اصر تا آنی تاولا این تاویات وده این سیلفی و بکتاوه اگریات که خورواته او خامن یومانت خوشی بانه آنی اتیوه ارخه کس نانون که Assyrina, sahto, modet pikte da bio, mod kan me trinko, mod kan me nani. A tum banu mod yumele, kamu pritele. Nani, mit modalet parmuja, pishtit na para, a de kuli nashe at kamer vashe nani. Vai ala, a mod dorele, ahnen at kamer sahva, baltakva gyo nashe. Meke tenne bruni aibele. Nani, arman, si muti mano, at so udreo kanale da so? Avo, armani marile, kad nanakpa, lana aus, čo ma teretle? Moču let lohan menno? Ja ala, u oni ina zaret adu, ikina ainati di moku, kisohan kamudi at kapus bežele. Mu, masrik talet gabe tohun. Ja nava naša arman mire ne ket kisohu nasa titu ne. Mesken ta sota. Mi če jatta armani malin. Aj, čulu hono tahmune vekat lele naša tava. Uga nave gjo las paj šulan ma lupele. Pdana ti, Atouraya et vano nukpa. Nemos. Хами вален разу у лизе. Себаб ай, дай его толшить от яне. Упармуй, кад ани и назар алфи перт. Не впармуй, паво им мадане мутаху, а хамут пыслене. Дахи от хабджулла прите, шакинам яле потем и бете. Кима айду, азам, азам паршу, дому. Thank you.
Ja
Мене і тихілі, та дбаєш і на цьому поку, ага, дума. Thank you.
ين أبخنن هم ساخن تاماخن أو كيشخا بلخانا تشالشتا ين لخا ياشلا مقروطة قد إيوخن ليلة هابس ين أبخنن يطاخن دات الدين إلى يويدات الديوخن بس ما جانوخن على بارخ لوخن وهر هذا زيبين مطروينا قبض ضيبوتها ربطة من شمت دي من شمت سيتة أمرت مرجي ورجيس от имени местной религиозной общины нашей церкви в городе Краснодаре, от имени всех прихожан, благодарим Раузалию Никоповну Накиповну Геворгизову и Сергея Георгиевича Геворгизова. Сергея Георгиевича Геворгизова. Желаем вам творческих успехов. Желаем вам здоровья и всего-всего наилучшего, чтобы вы смогли с Сергеем Георгиевичем реализовать все ваши добрые начинания. Как Паша мне сказал, семья Геворгизовых подарила нашей церкви два инструмента. Один электроинструмент, второй натуральный инструмент. Два пианино у нас в церкви, которыми мы сейчас пользуемся, и дай Бог, будем пользоваться и дальше. И Сергей Георгиевич будет обучать наших певцов, поэтому большая благодарность вам за эти два инструмента и за то, что вы делаете. Сказать, что Жанна Владимировна огромное дело делает. Ассирийский язык сохраняется. Дети приходят, учат язык. Я не ассирийка, но я просто восхищаюсь тем, что делает Жанна. Потому что моя дочка также принимает участие во всех вот этих начинаниях, спектаклях, представлениях. Поет песни, я вместе со своей дочкой учу ассирийские песни, даже подпеваю. Иногда многие ассирийцы, которые слышат, удивляются, как это так, такая происходит вещь. Но я хочу сказать, что мы все люди, мы все должны быть гуманны друг к другу, мы должны друг к другу хорошо относиться, любить друг друга. И национальность совершенно не имеет никакого значения. Тем более, что мы все сыны и дочери нашей прекрасной Родины России. Спасибо. Сейчас наша Роза сказала, я татарета. И такое было. Она соединила два народа в один. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу благодарить Центр национальных культур города Краснодара за ту помощь, которую они предоставляют нам. Уже который раз мы можем провести здесь мероприятие. Но сегодня, к сожалению, присутствует Олег Ильич Геворгизов, председатель Центра национальных культур. Но вот благодарственное письмо мы обязательно передадим ему. Спасибо им большое. Желаем коллективу Центра национальных культур, всем тем нашим братьям, которые здесь участвуют в Центре национальных культур, мира, благополучия, всего-всего наилучшего. Я думаю, от вас всех, от нас выразить большую благодарность нашей учительнице, которая, не покладая рук, времени, здоровья, работает в Чахля, в Ялясурдия, в Юмюма,
Вот то, что мы видим, это плод ее творческой работы. Я хочу поблагодарить от имени вас всех нашу Ханову. Спасибо всем большое. Дорогая Жанночка, мы поздравляем тебя с успехом, который ты сегодня уже в который раз вместе с нашими детками. И хотим вручить тебе букет от нашей большой дружной сирийской семьи детей и родителей. Спасибо большое. Спасибо всем. Сейчас председатель церковной общины добран этот цикл, Мегра Рубен Александрович. Эмоций столько, что не знаю. Во-первых, я очень рад за детей, что у них сегодня есть такая возможность, которую мы не делаем. Низкий поклон родителям, бабушкам, всем, которые принимают участие, которых привозят, которые помогают, которые дома это все сохраняют, потому что то, что делается в церкви, без вашей помощи не делалось бы. Ну, Жанна Владимировна, спасибо, но мы с ней договорились много лет назад, чтобы идти со мной по жизни. Если бы этого всего не было, мы бы и не поженились бы. Поэтому ее труд такой, что у меня в сердце. А вот ваш труд, он здесь, результат видно на лицо. Поэтому я в первую очередь хочу поблагодарить родителей, бабушек. Огромное вам спасибо. Поддерживайте все, что делаете. Поддерживайте церковь, поддерживайте общину, поддерживайте ассоциацию, поддерживайте футбол, ансамбль. Все, что делается для народа, все, что делается во благо вот этих растущих, впереди идущих, которым нужно передавать весь багаж, поддерживайте. И за это огромное вам спасибо. Всем нашим зрителям, которые все время поддерживают нас, уже стали театралами нашими фанатами. Большое всем спасибо, что вы пришли и поддержали детей. Для них это было очень важно.